Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья! У аппарата Зоди на аппарате Castle Flipper. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья, мы продолжаем наше прохождение. Мы находимся на своей локации, у себя, по сути, дома, хотя дома еще и нет, но на своей, скажем так, территории. Постройте дом, отлично. Итак, 4 фундамента, 4 крыши, одну дверь. И изменить внешний вид. Ну, сейчас у нас, само собой, будет что-то такое базовое, потому что нам еще недоступно, допустим, там камень и так далее. Только просто деревянный домик. Мы можем выбрать, где угодно поставить его, да? То есть никаких обозначений сейчас нет, где мы должны начать строительство. Так, фундаменты. Так, а где мы его будем вообще делать? Ну, давайте где-нибудь, допустим, вот тут. Так, сзади оставить пустое пространство на всякий случай. Вот такой вот базовый, квадратный. Можно, конечно, его и больше сделать. То есть, нас сейчас не ограничивают. Но зачем? Пока что такой. Все равно потом придется его переделывать, уже делать получше. Либо просто расширять. Вот тогда уже будем расширять, когда понадобится. Что это там ходит такое? Это волк. Похоже на то. Может быть. Так, хорошо, фундамент мы сделали. Нам нужно сделать теперь стены. Одна дверь, стены, это стены с окнами. Давайте посмотрим вначале, где у нас будет дверь. Дверь у нас будет вот здесь. Так. Стены с окнами. Допустим, вот тут. Вот тут. Ну, допустим, еще вот тут сделаем. И вот тут. Так, простые стены теперь. Мне еще интересно, можно ли как-то вот его поднять повыше, допустим, сделать, чтобы не прямо вот на земле он был, а чтобы порог большой, подъем. Ну, пока что неизвестно. Хорошо, давайте тогда сделаем сразу крышу. Так, крыши. Можно вот такую сделать, но это дороже. Со смотровым окошком. Или вот такую. Нет, зачем? Давайте вот такую уже. Так, ну сделаем... Ну, вот так вот сделаем. Так, хорошо. Так, двери и ставни. Ступени. Балкон. Дымоходы даже есть. Но пока что двери. Вот это мы можем сделать? Или вот такую, допустим? Давайте вот такую сделаем. О, симпатичная дверь. Ставни тоже соответствующие выберем.
Так, ну и теперь нужно, собственно, внешним видом заниматься. Так, это у нас где выбирается вообще? Внешний вид. А вот, внешний вид предмета. Так, древесина, старая древесина, штукатурки, камень. Но мы не можем пока что ни штукатурку, ничего использовать, да? Ну-ка, не хватает материалов, ну да. Либо старая древесина, либо просто древесина. Давайте просто древесина. Ну-ка посмотрим, как будет выглядеть. А если старая древесина? Ну, если честно, мне старая древесина как-то даже больше нравится. Вот так пускай будет. Вот, собственно, домик мы сделали. Да, конечно, хотелось бы поднять повыше. Вот наш маленький домик. Здесь можно поставить, допустим, кровать. Здесь можно поставить холодильник. Тут компьютер, еще где-то унитаз. И нормально будет. Ну да, средневековый такой вариант. Ой, что-то такое там появилось, слушайте. Раньше этого не было. Стоит ли нам сейчас ставить мебель? Неизвестная. Можно... А ну-ка, давайте посмотрим. Здесь не скажет, допустим, если мы вот выберем кровать, что-то нам даст. Нет, ничего не дает. Можно, конечно, поставить, допустим, для красоты что-то. Такую кровать, допустим. Или ее лучше поставить вот здесь, вот возле окон. Вот так. Вот и кровать, только не хватает матраса все-таки какого-то. А почему они без матрасов вообще? Вот это с матрасом, вот это вот с матрасом. Странно. Мы ее, получается, можем как-то продать? Ладно, пока что пускай стоит такая. Кровать вообще красивая, конечно, но только как на ней спать? Так, стоп, появилось еще два задания. Ну давайте вначале посмотрим, что у нас здесь. А, это мастерская. Это мастерская. Здесь можно переименовать город, создать знамя и открыть новую мебель. Заходите, попробуйте. Интересно, я вначале хочу осмотреться. А, ну это же тоже вход как раз. Давайте осмотримся снаружи. Уходить далеко, я думаю, не стоит. Нас не пустят. В любом случае. Опять телепортируют. Так, если наверх подняться, что у нас тут? Ну, мастерская выглядит лучше, чем наш домик. Переименовать можно. Изменить знамя. Открыть новую мебель. О, каминчик. Это что такое? А, ну это, видимо, как раз-таки для знамени.
Так эту дверцу нельзя нормально прикрыть как-то? Это вообще неактивная. Ладно, давайте по порядку. Переименовать королевство. Ну, можно его, в принципе, назвать как-то... Не знаю даже, как же его назвать-то. Что? Что это было? А, на букву Z я нажал. Активировался наш талант. Ну, пока что пускай будет так. Получено достижение. Называется, я надеюсь, это не ASDF. В смысле, что не просто от балды ввел буквы. Знамя. Давайте посмотрим так. Символ. Ну, довольно много их, кстати. Можно повыбирать, действительно. Пускай будет, наверное, волк. Ну-ка, еще что есть? Ну, действительно, их довольно много. Так, все, кажется, пошло по второму кругу. Дерево тоже интересно так. Давайте вот такого волка. Так, сафон. А мы можем еще цвет ему выбрать, да? Так, ну цвет потом нужно. Вначале что у нас есть? Рамка еще есть. Ну, даже не знаю. Пускай будет вот так. Так, фон. Что, просто полосы? Ну, не знаю, почему бы и нет. Пускай будет такое. В принципе, это ни на что вообще не повлияет, я в этом уверен. Но пускай будет вот такой вот у нас флаг. Вот он. Получено достижение «Мое королевство». Так, что еще мы можем сделать теперь? Открыть новую мебель. Так, это что? Мы должны пазл собрать, что ли?
кровать. Открыта новая мебель, кровать. Окей. Все, да? Так, а дальше уже за деньги. За 2000 монет можно, допустим, какую-то тумбочку. Вот это что-то непонятное. А, мы только по порядку можем открывать. Мы не можем выбрать что определенное что-то. Ну, давайте, может, вот эту тумбочку откроем. Это сколько будет стоить? Уже 3000 монет. Открыто. Ладно, все, пока что хватит. Меня больше интересует вопрос, как нам матрас постелить на кровать. А то как-то, ну, странновато вот это вот видеть. Ну да ладно, ну давайте возьмем какое-нибудь задание. Тут их аж два. Время уборки. Этот старый дом нуждается в ремонте. Очистите стены и полы, соберите мусор и приведите в порядок сад. Еще надо будет расставить мебель на втором этаже. Так, здесь больше по уборке, а здесь что? Слушаюсь, капитан. Приветствую. Ходят слухи, что вы лучший реставратор в этих краях. Надеюсь, вы сможете уделить мне крупицу своего времени. Видите ли, у меня проблема. Мой дядюшка Амвросий оставил мне в наследство небольшой остров. Местечко заурядное, да и не в лучшем состоянии, но я не мог воспротивиться воле дядюшки и принял подарок. Сам остров заброшен, старый дом да корабль, крыша над головой у меня и так есть, а вот корабль звучит многообещающе. Я всегда грезил морскими приключениями, вот только в нынешнем состоянии он и из порта не выйдет. Надеюсь, вы поможете мне воплотить давнюю мечту, естественно, за вознаграждение. Но все, что найдете в доме, ваше. С уважением, Домослав Воемил. Мусор, пятна, старые пни, ремонт. Поймать мышей. Вот это интересно. 8 мышей поймать, награда 7000. Слушайте, вот это выглядит интересно. Давайте этим займемся. Так, 4 сундука и одна записка. А вот и корабль, да? Ух ты. Ух ты. Действительно, это будет интересно. Так, это нужно сломать. Давайте первым делом найдем сундуки. Фу. Чтобы убрать. Руками, что ли, убрать? Фу! Мне мерзко прям это. Фу! Представить, взял руками тараканов себе в карман, наверное, сложил их, да? Фу, жесть какая. Так, чтобы отремонтировать. Так, это нужно будет ремонтировать. Так. Тебя поставить, да, вот здесь, допустим, стой. Только тебя бы развернуть. Вот так, стой. Ну, сколько книг. Интересно. Так, а с этим мы ничего не сделаем? Кровать. Это уже с матрасом, на ней можно спать. Так, еще выше можно подняться. Так, демонтировать это нужно подвинуть, но зачем?
Так. Вот так. Еще выше можно подняться даже. О, отлично, сундук. Плюс 1000 монет. Хорошо. Слушайте, место такое интересное. Маленький островочек с домиком. Вот здесь бы лучше наша была бы земля, а не там где-то посреди степи. Было бы поинтереснее. Ключ. Ну, отлично. От чего он? Может, что-то на чердаке есть? Так, тут вроде поубирали весь мусор. Во. Еще один сундук. В мастерской открыт новый предмет. Отлично. Так, еще два сундука. Ну, давайте тогда уже закончим сначала с этим, с домиком. Так, здесь нужно еще поубирать доски. Все, да? Да, все, на окнах больше нет. Так, что у нас тут? Здесь у нас грязь. Ремонт, ремонт, ремонт сломанной мебели. Два раза нужно ударить, чтобы гвоздь забить. Есть. Получено достижение. У меня есть стул. Вот пускай там под окном и стоит где-то тогда. Так, значит, здесь все. Идем дальше. Так, пятен тут нету. Вот пятно. Так, а нельзя вот эти все наши инструменты выставить на панель быстрого доступа обычную? На клавиши 1, 2, 3 и так далее. Нет, судя по всему, нельзя. Но, к сожалению, было бы, по-моему, чуть-чуть поудобнее. Ну и так нормально, в принципе. Так, это у нас ремонт. Так, еще один стул нужно отремонтировать. Так, здесь пятен нету.
Так, куда тебя поставить? Почему ты сюда не хочешь становиться? А вот сюда давай. Вот так вот, к столику. Так что здесь и здесь уже ничего. В доме, судя по всему, мы уже все сделали. Давайте посмотрим снаружи теперь. Так, это нужно ломать. Есть. 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 Готово, это мы тоже сделали. А что еще нам может понадобиться снаружи сделать? Да, в принципе, вроде как все уже сделали здесь. Можно двигаться дальше, вроде как. Так, вот это не нужно починить, нет? Слушайте, отличный домик тут, место шикарнейшее, такой маленький островочек, вообще ж супер. Главное, чтобы сюда интернет можно было провести. Корабль шикарный. А вон и мыши, которых нужно поймать. Вначале давайте мусор поубираем. Так, нам еще нужно найти два сундука и записку. Не забыть. А, это подобрать, это их сюда поставить, наверное, да? Вот так. Так, подобрать, тоже куда-то поставить их. Подождите, подождите, вначале я хочу найти сокровище. О, возьмем записку. Требушет, список дел. Стабилизировать рычаг, затянуть узел веревки, снизить осевое давление. Ну, не то чтобы что-то интересное, но... Ради любопытства. Так. Ну, это сразу сюда можно поставить, в принципе. Вот эту где-то здесь должна быть. Чисто теоретически, ну, не вижу я, где ее здесь приделать. Тут вроде все целое. О, сундук. Отлично, мне еще один сундук осталось найти. А куда-то эту штуковину прикрутить? Тут вроде все целое. Вроде бы и некуда. Ну да ладно. Тут еще пятно есть. Окей. Так. Стоп, может быть там где-то дыра была? Нет, тут нету дыр вообще. Тут все отлично. Тут все прекрасно. Так, давайте уже тогда здесь уберем вот это пятно. Отлично.
тебя нельзя зажечь? Почему? Не, он, посмотрите, такой маленький островочек. И на нем домик. Шикарно ведь. Как там мышей ловить? Что, руками вот так вот? Так, мы все еще не нашли один сундук. Ай, ну, есть. Получен достижение крысолов. А, все, мышей я поймал, да? Хорошо. Так, 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 сундук. Так, не понял. Вроде ж обошел все судно. Будем искать, конечно же. Так, это можно вот так вот, кстати, поставить как раз снизу. Где я мог сундук пропустить? Куда вот эту штуковину прицепить? Вроде дырок больше не замечаю нигде. Сюда нельзя проползти, нет? Нет. Я вот сюда не поднимался, судя по всему. Ага. Да, здесь я не был. Я уж думал, я весь корабль обошел.
Так, еще две вроде валяются внизу. Вон они. Давайте сразу их возьмем. Поставим. Так, есть штурвал, отремонтировали. Ну вот и сундук. Великолепно. Но нам осталось только еще где-то в корпусе заделать дыру. Но где? Вроде ж нигде уже нет дыры. Все уже вроде как целое. Не могу понять, где же еще дыра? Так, это нам никак не поможет. Да, вроде как абсолютно не помогает. Тут тоже вроде как все целое. А вот, нашел. Есть, все, мы закончили. Получено достижение, все на борт. Награда 7000 монет, неплохо. Так, бонусное вознаграждение 1400. За 21 минуту мы с вами справились. Ух, там у нас уже целых 3 задания есть. Отлично, ребята. Но давайте мы с вами здесь уже на сегодня прервемся. Ремонт корабля — это было довольно-таки интересно, мне понравилось. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Также вы можете помочь каналу рублем по ссылке в описании. А как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в следующей серии. Пока-пока.